Жена разработчика заявил... А. Да, заявил, изменила ему со сценаристом Resident Evil. 50-70, не говори такие плохие вещи. Ну да, там Жака была мощная. Вишенка на торте, слава богу, конечно. Крокодил на диване, приветик. Ника Дривер, хай. Боб очень рандомная игра, и в этом вся ее соль и рофы. Да, есть такое. Но там прям вот я не знаю, вот эта вот игра, она это был растяг. Мне кажется, это вот самая-самая такая игра из всех, в которые я играла. Так, ну что скажете? Будем начинать играть? Или немножечко поболтаем, а потом чуть попозже начнем играть? Как хотите. Так,